Привет, друзья! Вы на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовим праздничный десерт. Готовится он быстро, буквально за 5 минут, из доступных продуктов, и получается очень вкусный. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Сначала приготовим крем. Для его приготовления начинаем взбивать 400 мл сливок. Сливки должны быть минимум 30% жирности и очень хорошо охлаждены. Взбиваем до мягких пиков. После появления небольшой пенки добавляем 50 грамм сахарной пудры и продолжаем взбивать. Сахар можно регулировать по вкусу. Сливки немного загустели, добавляю 2 столовые ложки сгущенного молока. Можно этого не делать, можно заменить ванилью или ванильным сахаром. И продолжаю взбивать еще в течение 2-3 минут до полного загустения сливок. Обратите внимание на консистенцию. Для удобства убираю крем в кондитерский мешок. Можно переложить в обычный пакетик и убираю в холодильник на стабилизацию. И пока займусь приготовлением фруктовой начинки. У меня в этот раз 2 апельсина. Ну, конечно же, можно использовать другие фрукты или ягоды по вкусу. Также это могут быть мандарины или консервированные персики. Апельсины полностью очищаю от кожуры, при этом захватываю белую часть. Это очень важно, чтобы у нас ничего не горчило. Вот так. И затем нарезаю как можно мельче, на мелкие кубики. Нарезанные апельсины перекладываю в отдельную емкость. Добавляю 2 столовые ложки сахара и перемешиваю. Фруктовая начинка готова. И теперь подготовим бисквитную основу для десерта. Я буду использовать оставшийся шоколадный бисквит. Ссылку на его приготовление я вам оставлю в описании под видео, так же как и точное количество всех ингредиентов. Можно использовать вместо бисквита обычное печенье. Бисквит нарезаем на мелкие кубики. Примерно вот такого размера. Собираем наш десерт. Для сборки очень удобно пользоваться стаканами, бокалами или креманками. Первым слоем выкладываем крем. Следующий слой – шоколадный бисквит. Третий слой – фруктовая начинка. Также можно полить бисквит сверху немного выделившимся соком. Получится еще вкуснее. И заканчиваем десерт взбитыми сливками. При этом его можно украсить, если вы перекладывали его в кондитерский мешок, так же как и я. И также продолжаем опять сливки, бисквит, фруктовая начинка и крем. Из данного количества продуктов получается 6 стаканов по 200 мл. Украсила я десерт листиками мяты, можно его украсить натертым шоколадом, орешками, либо дольками фруктов или ягод. Попробуйте приготовить и вы, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Пользуясь моментом, всех поздравляю с наступающими праздниками, берегите себя и своих близких. С вами была Виктория.